Вопросы безопасности жителей многоквартирного дома сегодня пришлось решать нашей съемочной группе на Ломоносова 84. Вот уже две недели рядом с их домом открыт колодец. Каждый раз, выходя из подъезда, горожане рискуют нырнуть в открытый люк. Больше всего страшно за детей. Колодец больше 2 метров глубиной и находится практически на дороге. При этом замаскирован сугробами. Крышку украли еще 2 недели назад. И вот сегодня мы позвонили в экстренные службы города, чтобы сообщить об опасности. Адрес еще раз повторите. Ломоносова, 84. По-моему, был уже, передавали, БВК передаем. Прямо около дороги у подъезда очень опасно. Ну, сейчас еще раз передадим. Угу. А кто за это несет ответственность? Ну, БВК, это же их колодцы. В единой диспетчерской службе нам пообещали, что в ближайшее время колодец закроют. Ну а если и вы заметили открытые люки на улицах города, обращайтесь по телефонам, которые сейчас на экране.